в последний раз кто-то заказывал печень с луком? Ее заказывает лишь старикан. Приходит завтракать по вторникам. Прости, старикан. Ты тратишь деньги на это верблюжье копыто, которое я вынуждена носить, но печень с луком — это слишком затратно? Форма привлекает клиентов, печень с луком — нет. Столик на семерых, пожалуйста. Нет, простите. Вон. Там освободился. Дети, идем. Вон. Идем, дети. Я разберусь. Папа, мама! Она тебе не мать, Лиам. Кровь сейчас все равно, что вода. Да. Благодаря твоему влиянию, Фрэнк, Лиама больше не берут в ясли. Он ударил ребенка по яйцам и назвал его Гринго. Отлично, сын, рад это слышать. Задай ему жару. Как тебя зовут? Это новый Карл, это новый Иэн и новый Лип. А это милашка, новая Дебби. А можно я буду новым Дэном? Дэнов нет. Я голоден. Простите, но вы не получите еды, пока я не увижу денег. Как тебе такое? Прекрасно.